В Самарской области при получении взятки в 10 миллионов рублей задержана высокопоставленная сотрудница полиции. Полковник Вера Рабинович занималась расследованием экономических преступлений. За ней даже якобы закрепилось прозвище «Банкомат» и явно не за профессиональных достижений. Тему продолжит Денис Новожилов. На капоте белого «Фольксвагена» пачки 5000-х купюр. Сотрудники ФСБ проходятся по деньгам ультрафиолетом. Купюры меченые, только что были переданы высокопоставленному полицейскому. Руки с качественным маникюром, укутанные в дорогой шубке, принадлежат Вере Рабинович. На ее ладонях остались следы флуоресцентной краски. Начальника контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области задержали в аэропорту Курумы после получения 10 миллионов рублей. Дама, говорят, вела себя дерзко, грубила оперативникам. Следственное управление Следственного комитета по Самарской области поступили материалы проверки из УФСБ России по Самарской области по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУМВД России по Самарской области через двух посредников. Из материалов следует, что летом 2018 года к потерпевшему по уголовному делу обратился гражданин с предложением о передаче начальнику отдела ГСУ ГУМВД России по Самарской области 20 миллионов рублей за направление уголовного дела в суд, по которому указанный гражданин и обладал статусом потерпевшего. Удивляет карьера красавицы полицейской. Уже в 36 лет, из которых в органах служит 10, один из ведущих следователей в регионе. До высокой должности в главке руководила следственным подразделением ОМВД Новокуйбышевска. Начальством Рабинович всегда характеризовалось положительно. В сентябре этого года офицеру присвоили звание полковника юстиции. Вот она на фото хвастается новыми погонами и кольцом с бриллиантами. Судя по снимкам и комментариям в социальных сетях, Вера Рабинович ценит свою внешность. Всегда элегантно, ухоженно, тяготеет к светской жизни. Следователь даже участвовала в презентации свежей коллекции одежды известного итальянского дома моды. Предстала перед объективом в пальто за 73 тысячи рублей и платье за 25. Поговаривают между собой, подчиненные называют Веру Рабинович не иначе, как Вера Банкомат. Вероятно, из-за экономической направленности возглавляемого ей отдела. По некоторым данным, 10 миллионов рублей, полученные полицейским, были лишь первым траншем. В целом же взятка якобы должна была составить 20 миллионов. По оценкам экспертов, такая сумма косвенно говорит о том, что деньги предназначались не одному полковнику. Известно, что вместе с высокопоставленной сотрудницей регионального МВД были задержаны и посредники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стремительный карьерный рост Рабинович как минимум затормозится. Денис Новожилов, Виктор Калинин. Вести. Дежурная часть.